Сначала было великое ничто. Большой взрыв. Из единой точки образовалось все то, что мы знаем, видим, не знаем и не видим. Великий структурированный хаос, возникший из одной точки, связан и един по сей день. Любое существо, одушевленное или нет, едино со всем сущим. В какой-то момент времени, во Вселенной, на планете Земля произошло чудо. Появился не просто новый вид животного из цепи эволюции. На Земле появилось существо, способное творить чудеса, способное создавать новые миры. Существо, способное менять видимый мир вокруг себя и за пределами видимого мира. Человечество начало постигать тот мир, в котором существует, познало законы математики, физики, химии. И каждый раз, как открывается новый закон, человечество кричит: «Вот! Теперь мы знаем о мире и как он устроен». Но спустя какое-то время происходит нечто, что заставляет пересмотреть основы законов мироустройства. Многие святые совершали великие чудеса вопреки всех законов, заставляя многие умы задуматься, кто же мы, каково наше место в этом мире и каковы границы наших возможностей. Что является критерием нашего существования? Жизнь? Рождение? Смерть? Небытие? Мы знаем немало примеров, когда человек совершал невероятные поступки вопреки законам физики, заставляя многие умы в очередной раз задуматься. А все ли мы знаем о себе? Да, такие случаи известны. Например, когда человек может столкнуть машину, застрявшую на путях железнодорожного переезда, либо когда он убегает, скажем, от дикой собаки, которая может его покусать, и у него включаются некие скрытые резервы, о которых мы не знаем. С точки зрения квантовой физики, в нашем мире возможно, если не все, то почти все. Квантовая физика исследует процессы нематериального свойства. С точки зрения квантовой физики, материи вообще не существует. Я к чему? Я к тому, что нам всем до конца непонятно, почему человек, состоящий практически почти на 100% из пустоты, не может пройти сквозь стену, которая состоит тоже почти на 100% из пустоты. Вот внутри каждого из нас частицы расположены, ну, примерно, сопоставимой такой плотностью, как, например, планеты и звезды в космосе. Вот каждая частица в нашем теле от другой частицы находится на расстоянии, сопоставимом с расстоянием планетарных объектов. Большинство из нас представляет себе электрон в виде вращающейся маленькой сферы или мячика. Но нет ничего более далекого от истины. Хотя электрон иногда может вести себя как сосредоточенная небольшая частица, физики обнаружили, что он в буквальном смысле не обладает протяженностью. Большинству из нас это трудно себе представить, поскольку все на нашем уровне существования имеет протяженность. И тем не менее, если вы попытаетесь измерить ширину электрона, вы столкнетесь с неразрешимой задачей. Просто электрон не является объектом. А ведь из этой субстанции состоит все в нашем мире. Квантовые физики говорят, что процессы, которые изучает квантовая физика, это процессы в микромире, скажем, движения там элементарных частиц, движение, так сказать, там, световой волны, там, движение световой частицы фотона, зависит, так сказать, от наблюдателя. Все мы слышали про то, что вода является одним из самых необычных природных материалов, способный менять свои свойства за счет влияния человека на нее. Вода – это не аморфная смесь, она имеет структуру. Ее молекулы объединяются
кластеры, конгломераты частиц, которые меняют свою геометрию в зависимости от внешнего воздействия. Именно поэтому в воду можно записывать информацию, как на магнитную ленту, либо заговаривать ее. Как ни странно, о кластерах ученые узнали намного позже, чем запустили в космос первые корабли. А бабушки были осведомлены об этом уже давным-давно и успешно, естественно, применяли на практике. О том, что есть бабушки, которые шептуньи, которые меняют. Ведь все эти звуки имеют под собой очень глубокую природу, и они воздействуют на организм человека. Ведь мы не случайно устроены на 80% практически из воды. Это не случайно. А мозг вообще на 98%. Поэтому роль воды для мыслительных процессов является абсолютно уникальной. Это главное вещество мозга. В последние годы очень много на эту тему суждений. Вы знаете сенсационные работы японца Масару Эмоту по снежинкам. Но есть очень глубокие фундаментальные работы отечественных ученых. Я имею в виду теорию аквакоммуникации наших петербургских ученых, профессоров Слесарева и Шаброва. С этой точки зрения заболевание человека – это в определенной степени заболевание воды, то есть изменение ее структуры. И как здесь не вспомнить слова великого Леонардо да Винчи, который говорил о том, что жизнь – это одушевленная вода. Мы бросаемся словами и пожеланиями, не понимая истинную силу фокусированной мысли, мысли узконаправленной, способной создавать жизнь. Именно мысль человеческая изменила мир, не только он сам. И в этом есть большая польза и большая опасность. То, как мы совершенствуем себя, именно так мы относимся к своему миру. Наша энергия, которая исходит из нас, она может кардинально изменить все вокруг. И поэтому на нас лежит огромная ответственность. Ведь посмотрите на окружающий мир. Все вокруг было создано человеческой мыслью. Это есть продукт человеческой мысли, проистечение его энергии. И как только мысли человека ухудшаются, как только ухудшается его отношение к миру, тут же ухудшается и весь мир вокруг. Поэтому еще раз подчеркну, огромная ответственность на нас, на всех. Мы и только мы вредим этому миру, а этот мир вредит и нам самим. А поэтому скажу, что человек сам разрушает себя своими же мыслями. Многие физики считают, что элементарные частицы вообще не обладают статусом самостоятельной реальности до тех пор, пока не появляется наблюдающий их наблюдатель. Движение, так сказать, там, световой волны, там, движение световой частицы фотона зависит, так сказать, от наблюдателя. И в зависимости, как наблюдатель поведет опыт, он получит тот или иной результат. И приводится классический эффект, что можно повести опыт так, поставить наблюдателя, так поставить опыт, что он докажет, что свет есть частица, фотон. А можно тот же наблюдатель, может быть, чуть-чуть по-иному повести эксперимент и доказать, что частица световая есть волна. Получается, что мы влияем на то, что нас окружает. Насколько сильным может быть это влияние? Во все времена всегда были люди, обладающие разными способностями. В наше время мы все чаще и чаще встречаем и слышим об уникальных способностях разных людей. Телепатия, телекинез, экстрасенсорика, видение на расстоянии, видение сквозь время –
Такие вещи может каждый. Но до тех пор, пока человек не поймет, кто же он, и не поверит в свои силы, чудеса будут творить другие, не ты, а они. На самом деле, вы способны создать для себя любой мир. Когда ваше внимание фиксируется на каком-то мысленном образе, окружающая вас реальность начинает трансформироваться. Происходят странные вещи. То, на чем вы заостряете внимание, буквально заполняет ваш мир. И принимается то и дело попадаться на глаза. А другие вещи, прекратившие владеть вашим вниманием, напротив, куда-то бесследно исчезают. Как такое может быть? Реальность на всех одна, но это не совсем так. Она-то одна, но у каждого имеется свой отдельный слой этой реальности. Меняется не общая реальность, меняет конфигурацию слой вашего мира. Рядом с вами другой человек может существовать совсем в иной реальности. Это может казаться невероятным, но это действительно так. Так что же из себя представляет человек? Почему чудеса делает кто-то? Почему я попадаю в сложные ситуации по жизни? И почему все происходит не так, как я хочу? Есть два начала – духовное и животное. Желания, реакции, эмоции, гнев, ненависть, любовь, страсть, похоть, желание обладать. Это все физиологические, химические, психологические потребности. Одно вытекает из другого. Человек как животное, разумеется, зависит от своего физического тела, как и любое животное. Поэтому те простейшие параметры внутренней среды, которые, например, характеризуют уровень сахара в крови, если он повышается, человек испытывает довольство, понижается, возникает беспокойство. По сути, мы не существуем. Мы лишь реакция на внешние раздражители. Все наши проблемы, депрессии и неудачи из-за того, что мы реагируем на них так. Дело не в ситуации. Дело в том, что вы так реагируете, плюс как следствие запускается череда процессов в организме, которая подогревает ваше эмоциональное состояние. Выброс адреналина вызывает беспокойство, и организм реагирует в зависимости от вашей реакции, и дальше опять подогревает ваше эмоциональное состояние. И в итоге человек попадает в замкнутый круг. Постоянно переживая одно и то же унылое состояние депрессии, жалости к себе, ненависти или чего угодно другого, приводит к истощению эмоциональному, физиологическому, и как результат, вы там, где вы есть. Ваши мысли и ваше тело – это одно целое. Как реагируете, то и получаете. Как и наоборот. Плохая ситуация, вы на нее реагируете – плохое состояние. I think yes, our thoughts can change our health and can change our Я думаю, что наши мысли могут влиять на наше здоровье и наше тело. Например, если наши мысли очень мрачные, наше тело тоже начнет ощущать себя в соответствии с этими мыслями. Мы станем ленивыми и в конце концов загоним себя в депрессию. Our bodies can make us depressive and can damage our bodies. Как вывод о наших проблемах? Проблем нет. Испытывать боль или нервничать – это не ваш выбор.
это ваша реакция организма. Если показать агрессивную ситуацию так, как она есть в реальности, она будет выглядеть приблизительно вот так. Весь окрас вашего негативизма создаете только вы сами. В реальности продолжение может быть каким угодно. Вы, наверное, слышали такую фразу, что мир — это зеркало. Как это следует понимать? Это следует понимать чуть ли не буквально. Вся окружающая действительность есть отражение ваших мыслей. Представьте себе котенка, который играет со своим отражением. Он не понимает, что отражение — это он сам. Отношение к ситуации создаете вы, а не реальность. Мы можем быть хозяевами нашего счастья и реакций на любые события. Чтобы жить счастливо, нужно правильно настраиваться и понимать, что от отношения к ситуации или к чему-либо вообще меняется не только психическое, но и биологическое свойство организма. У человека есть 5 страстей – тупость, жадность, страсть, злость, гордость. Если они побеждают, соответственно, человек начинает вести себя подобно животному. Отвыкание или перестройка нашей физиологии – это наш выбор. Человеческий организм способен на все. Мы просто не хотим поверить в то, что мы спим. А ведь напомню, еще Гёте писал, что жизнь — это сон. Я — то, что я думаю. Я вижу то, что я думаю. Я есть то, что я вижу. Это показывает то, насколько мы зависимы от того, что нас окружает. Любое состояние, в котором находится человек, является следствием его мыслей о будущих действиях, которые он планирует, или того, что с ним уже произошло. Например, ты сидишь и грустишь, что является следствием каких-то мыслей о недавних или давних событиях. Проблема человека в том, что он не находится в реальном мире. Его мысли — это всегда следствие прошлого или будущего. Человек сам закапывает себя туда, куда не сможет его затащить никто. С каждым словом «мне плохо» человек подтверждает свое состояние и создает дальнейшее разрушение, вместо того, чтобы начать изменять себя. Мы сами создаем себе постулаты, которые разрушают нас изнутри. Так пусть это будут постулаты, способные создавать движение нашему телу, а не разрушение. Все мечтают и живут сном. Наш мир, он нереален. Наш мир — это порождение наших желаний и наших мыслей. Духовное начало. Свобода человека и начало новой жизни, в которой можно совершать чудеса, состоит в свободе от животного мира, в свободе от собственного зомбирования. Что происходит? Наш мозг — это творческая создающая система. Знаете, это сравнимо с эффектом бабочки, когда взмах крыла бабочки может повлечь за собой серьезные изменения в мире. Также в нашем случае любая малейшая негативная эмоция, которая приходит к нам, она может привнести деструктивные действия для нашего организма и наших мыслей. И другой пример проявления эффекта бабочки. Если мы скажем, что мы не пойдем за негативной эмоцией, я не хочу испытывать страх, я не хочу испытывать зависть,
Я не хочу испытывать злобу, я буду испытывать положительные эмоции. И этот выбор повлечет за собой творческую жизненную силу. И в итоге мы сами создадим свой мозг, который будет отличаться стабильностью. Основа существования и главная задача человека в том, чтобы человек не был зависим от реакции тела. Задача, чтобы он начал создавать, а не зависеть. Создавать свое настроение, создавать правильные мысли и действовать обдуманно и с осознанием своего существования, а не существуя лишь в виде реакции. Безусловно, человек может влиять и менять мир, но и мир может менять человека. Все зависит от того, насколько в здоровом и спокойном состоянии сознания и тела находится сам человек. Когда человек спокоен, радостен, когда доброжелательно относится к миру, он может облагораживать этот мир. Мир энергетическим образом меняется вокруг. Меняются люди, меняются все те, кто с ним общается. Как может мысль менять структуру тканей? Да, может менять. Если она будет менять структуру воды, она будет и менять структуру тканей. Неважно, в каком состоянии ваше тело, ваше состояние материальное или душевное, вы должны знать, что ваше сознание и мысль сильнее любых преград, и вы способны изменить все в любой момент, независимо от ситуации. Вы способны не только изменить свою жизнь, но и дать жизнь и смысл другим. Вы способны в корне изменить то, в каком бы состоянии сейчас не были. То, что называется духовностью, часто очень противопоставляется биологии. Считается, что вот духовность – это нечто очень высокое, и при этом можно не обращать внимания на то, что дает нам так называемый низкий уровень. На самом деле мы не можем разделить человека на телесное и духовное. Духовное вот в этой интерпретации выглядит как включение центрального торможения, которое открыто было еще Иваном Михайловичем Сеченовым в той самой первой работе «Рефлексы головного мозга». Мы можем контролировать свои эмоции. Но что это за контроль? Этот контроль связан с тем, что мы наблюдаем за этими состояниями. Связано это всего-навсего с тем, что мы не находимся в этой ситуации, а наблюдаем за ней со стороны. Именно в этом состоянии начинаешь понимать и чувствовать, что ты – это не только тело, что ты – нечто больше. Вот то базовое состояние удовольствия, которое человек получает, когда просто является зрителем в театре, когда он смотрит трагедию, ему от этого плохо, а на выходе у него состояние очищения, которое он сам не может понять, чем оно вызвано, это состояние духовности. Духовности, вызванной тем, что его фактически поставили в позицию внешнего наблюдателя. Этот внешний наблюдатель является тем, что принято называть духом. Или духовным началом в человеке, или духовной позицией, которая противоположна эгоцентрической позиции. Ты не просто кусок мяса с его биологическими свойствами и психологическими штампами, выработанными вашим опытом и догмами, втиснутыми с детства. Ты един со всем. Твоя мысль и ее действие меняет. Вот именно наше сознание позволяет или не позволяет нам проводить те или иные опыты над собой, эффекты над собой. Именно оно позволяет нам или не позволяет сделать что-то. Отсюда следует очень интересное наблюдение. Чаще всего получается, что многие вещи мы не можем допустить просто потому, что у нас есть система договоренности. Ваша мысль, ваше тело, я,
Это все одно. Все едино. Есть один аспект вопроса, который очень интересен. А именно то, как мы воспринимаем объекты. Как наше сознание их осознает? Сознание осознает их отдельно. При этом оно само находится в роли наблюдателя. То есть существует предмет, объект и существует наблюдатель. Квантовая физика приняла это, так как другого объяснения этим процессом нет. Кто тот наблюдатель, способный подавать тот импульс, который меняет физическую реальность? Не думаю, что дело в наших глазах, то есть в нашем теле и даже мыслях. Дело в том, что тело — это не наблюдатель. Сам человек — это не тот, кто меняет исход эксперимента. Человек — это лишь реакции на раздражители. Меняет и влияет наблюдатель. Наблюдатель способен влиять также на свое тело и пространство. Ведь даже мысль — это всего лишь следствие некого импульса. Этот импульс и есть наша сущность. То, что дает движение, то, что дает первый крик рожденному ребенку и то, что остается после умирания нашего тела. И мы выдвигаем тезис о том, что сознание лежит в основе всего. Но тогда возникает вопрос, а в чем роль наблюдателя? Потому что осознание предметов и мира проходит через наше сознание. Чтобы познать наблюдателя, было создано огромное количество медитационных практик, позволяющих почувствовать себя без влияния эмоций, чувств, привязанностей и других зависимостей тела, скрывающих нашу основу. Основу нашего существования. Того Бога, способного совершать чудеса. Того, кто был всегда и во все времена. Тело имеет огромное отношение к развитию нашего духовного состояния. Тело — инструмент, но не только инструмент. Ведь тело имеет несколько слоев, и мы развиваем не только внешнее тело, но в теле есть органы, которые уже находятся внутри тела. Они и их состояние тем или иным образом влияют на состояние нашего мозга и нашего состояния сознания. Например, дыхание. Без легких мы не могли бы дышать. А ведь дыхание является одним из способов развития внутреннего чи. И таким образом, когда мы просто налаживаем дыхание, благодаря нашим физическим органам, мы одновременно настраиваем и наше состояние сознания. Ведь достаточно просто сделать дыхание ровным, спокойным, и уже в этот момент сознание начинает очищаться. А поэтому тело имеет самое прямое отношение к состоянию нашего духовного развития, и их тренировка должна идти одновременно. Мозг способен ставить задачи, как компьютер. Все мы знаем о том, как часто мы себе говорим «я могу», «я смогу». Но обычно, произнося эти фразы, мы не понимаем их силу. Потому что если их произносить не убеждая себя, только подтверждая свой страх, а говорить с абсолютной уверенностью и полной отдачей каждой букве этого предложения, то результат будет невероятным. Вам может казаться, что ваша мечта труднодостижима. В основном люди отказываются от своих желаний только лишь потому, что не верят, они не могут поверить. Но каким образом это может быть реализовано? У меня нет ни способностей. Я не обладаю ни модельной внешностью, ни талантами. Ничего у меня нет. У других есть. Вот другие этого и добиваются. Ну, мне практически невозможно поверить, что у меня получится. Как мне в это поверить? Так вот, верить вам в это, собственно говоря, не требуется. От вас требуется конкретная систематическая работа. Работа с целевым слайдом. Если вы будете это делать систематически, в определенный момент времени откроются двери,
то есть возможности, о которых ваш разум даже не подозревал. Ключевая мысль в том, что наш мир состоит из возможностей, зависимых от нашего выбора. Мы сами можем выбирать и создавать мир по нашему усмотрению. Мы можем выбирать то, что должно с нами случиться. Мы можем выбирать здоровье или болезнь нашего тела. Или, например, мы способны не зависеть от негативных переживаний или эмоций. А сейчас откройте глаза и посмотрите, что мы наделали. Смотрите внимательно, ведь кажется, ничего не изменилось. Но, слышали? Гроза уже ударила в там-там грома и молниями чертит новую картину мира. И скоро даже дитя найдет здесь 10 краеугольных отличий. Вы умеете видеть новое? Смотрите зорче, потому что дорога возникает под шагами идущего. Где-нибудь 500 лет тому назад то, что Солнце крутится вокруг Земли, было очевидно. Любой человек, ему достаточно было выйти в чисто поле и посмотреть, вот оно солнышко здесь, вот оно здесь, 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 и ушло за горизонт. Солнце крутится вокруг Земли, это очевидно. Какой же надо было иметь открытость ума и смелость для того, чтобы сказать «нет, это Земля крутится вокруг Солнца». В прошлом люди пошли дальше и разработали тысячи лет назад технику йоги, которая позволяет управлять своим телом. Когда слышат слово «йога», обычно представляют скрюченного человека. Но это только 2% истинной йоги. Йога позволяет перейти на качественно новый уровень существования, когда человек способен управлять и осознавать тело, и не просто знать о нем, а быть им, чувствовать каждый орган и каждую часть своего тела. Один из видов йоги – это йога Туммо, которая является одной из 6 йог Наропы, позволяющая по тибетской мифологии достичь полного просветления в течение одной жизни. Нужно было на морозе, в обнаженном виде, обернувшись мокрыми простынями, высушить эти простыни, и так несколько раз за ночь. Обычный человек, неподготовленный, уже через 5 минут нахождения в таких условиях начинает выдавать плодовую дрожь, которая, во-первых, сопровождается крайне неприятными ощущениями, и испытание становится мучением. То, что люди могли выдерживать длительное время в таких условиях, заставило нас предположить, что там должен быть какой-то дополнительный источник тепла. Собственно, этот дополнительный источник тепла так и проговаривается, что тибетская практика тумма задействует какие-то чуть ли не божественные ресурсы, и люди получали возможность длительное время сидеть на морозе и при этом получать еще дополнительные положительное состояние. Йога Туммо, или еще ее называют йога тепла, позволяет разогревать свое тело и находиться при минусовой температуре в горах с небольшой накидкой на поясе. Перед нами стал вопрос, откуда берется этот источник тепла. А именно, мы точно так же обернулись мокрыми простынями, и директор киностудии исторического фильма «Фараон» Ирина Владимировна Архипова впервые зафиксировала наше первое испытание – те же условия, в которых были описаны у Александра Давид Нейль. То есть точно так же на морозе в минус 20 градусов мы сидели обнаженные,
и высушивали на себе мокрые простыни. Пока они не высохли, пока камеры не перестали работать, потому что в условиях холода они довольно быстро отключаются. И вот когда мы поняли, что там задействуется какой-то дополнительный источник тепла, мы начали его искать. В Тибете даже были игры между учениками, которые соревновались, у кого быстрее высохнет мокрая простынь на теле. Не забываем, что это происходит все в горах и при минусовой температуре. И тут мы подошли к самому интересному. К тому, что по сути тело – это только инструмент. Это даже не мы. Просто мы слишком соединились с эмоциями, ощущениями, болью, психологическими проблемами и так далее. И практически не способны распознать себя, того, кто, собственно, управляет телом и влияет. Тем, кто создает импульс движения тела и мысли. Как главный вывод, мы понимаем, что тело – это лишь инструмент, которым мы способны управлять. То есть, вот представьте, мы с вами находимся рядом, мы в наших телах. Нам может казаться, что мы вот внутри нашего тела. На самом деле это не так. У человека имеется сознание, которое можно по аналогии представить, что это вот, ну, как бы разум. У него также имеется подсознание. Подсознание в основном отвечает за такие процессы, как дыхание, сердцебиение, пищеварение и прочие безусловные рефлексы. И имеется сверхсознание. Вот сверхсознание, сознание – это уже ближе к нашему «я», что такое наше «я». Наши мысли связаны с нашим телом. Но при этом сознание не связано с телом. Не нужно путать сознание и мысли. Оно находится не внутри нашего тела, а находится в метафизическом пространстве вариантов. Потому что мы, собственно говоря, дуальные существа. С одной стороны, у нас есть физическое тело, но с другой стороны, мы обитаем в этом же вот тонком метафизическом мире. Сейчас есть разработки, способные обучить практически любого человека тому, что он будет способен видеть с закрытыми глазами. Своим студентам на занятиях я говорю, почему наш мозг столь активно сопротивляется этому новому. Не потому, что он плох, потому что он говорит тебе, хозяин дорогой, ты что, ты хочешь, чтобы я поверил, что с закрытыми глазами можно видеть? Но ведь если я в это поверю, то значит можно взлететь. Можно пройти сквозь стену. Да ты понимаешь, что мир, в котором мы живем, если я в это поверю, рухнет. Но дело в том, что наши органы чувств не идеальны. В альпинист поднялись в горы. Ваши глаза не заметят расселину, занесенную снегом. Уши не услышат бандита, который подкрадывается сзади с железякой в руке. Нос не учует запах угарного газа. Все это кончится фатально. И ошибка будет в том, что информация, которую получил мозг, не точна, не верна. И вот говорю я, что у нас, кроме пяти известных нам органов чувств, есть еще одно, шестое, которое может получать информацию из окружающего мира напрямую, не используя органы чувств. Когда ко мне приходит на презентацию первый раз человек, его мозг абсолютно твердо знает, что по полу ходить можно, по потолку нет. Сквозь стену не пройдешь. И за это его убежденностью стоит не просто его личный жизненный опыт данного человека. За этим стоят сотни миллионов лет эволюции живого на Земле.
Но когда человеку удается преодолеть вот эту абсолютно закономерную предубежденность нашего мозга, вот тогда мои студенты начинают творить самые настоящие чудеса. Поэтому говорить о том, что что-то неправильно, что наш мозг не принимает это, вот это неправильно. Это условие выживания. Наш мозг должен знать, что реально, что нет, чтобы казалось, что есть на самом деле. Центр речи в мозгу человека имеет место быть, он присутствует, но он сам не заработает. Он нуждается в активизации, в вмешательстве извне. Ведь если с человеком не заговорить, он уйдет из этой жизни немым. И родители с первых, буквально с первых дней появления младенца на свет, они ему активизируют этот центр. И они с ним все время говорят, они побуждают его понимать, отвечать. Они ему задают вопросы, и ребенок начинается с какого-то возраста, начинает пытаться ответить на этот вопрос, пытается начать говорить. То же самое с центром информационного восприятия. Надо побудить человека задействовать этот центр, которым он никогда не пользовался. Чрезвычайно важно, чтобы скорее вот это вот осознание важности, нужности, необходимости дошло до людей, я не знаю, до правительств, до власть поддержащих. Ведь чем раньше оно войдет в нашу жизнь, тем быстрее придет новый мир. И этот новый мир, который придет, он будет резко отличаться от нашего, потому что из него уйдет много дряни. Уйдет зависть, коварство, ложь. Преступность уйдет. Ничего плохого нельзя будет даже задумать. Мысль материальна, это информация. И человек, у которого работает этот центр информационного восприятия, мгновенно выловит эту мысль. Мы видим, что реальность не ограничена нашими мыслями у нас в голове. Действие и расстояние «я» не имеют границ. Наше спрятанное «я», на которое мы упорно не хотим обращать внимание, существует вне пространства и, по большому счету, вне времени. Вот когда мы систематически фиксируем свое внимание на какой-то мыслеформе, и когда мы живем виртуально в том мире, которые создали для себя, как бы, одни это могут назвать миром грез, но я это называю конкретной работой с целевым слайдом, если это делать систематически и целенаправленно. Так вот, когда вы фиксируете внимание на определенной мыслеформе, которая отражает картину, где цель, к которой вы стремитесь, уже достигнута, вы подсвечиваете фонариком своего внимания соответствующий сектор пространства варианта. Знаете, что самое удивительное? Вся реальность состоит из энергии, которая не имеет границ и формы. Ваша мысль, вы, я, этот город, эта планета, эта Вселенная — это все одно, целое и неделимое. Вся наша реальность – это то, как мы воспринимаем, реагируем, и то, как мы действуем дальше.
И то, что будет дальше, зависит только от нашего выбора. Того, что мы хотим. Суммируя все вышесказанное, основная задача — это получить контроль для того, чтобы обладать властью над событиями, получить власть над процессом. Многие называют это намерением, то есть следованием своей творческой мысли. Ключевой принцип этого намерения — создавать и делать ради процесса. Наша сущность, она открывает нам больше возможностей для выбора нашего пути. И этот широкий диапазон возможностей позволяет нам быть создателями нашей жизни. Где мысль, там и ее следствие. Но только если эта мысль сфокусирована, и наблюдатель не прикрывается ею от страхов. Наша реальность — это то, кто мы сейчас. Тем, кем нам быть дальше — мы выбираем сами каждое мгновение. То есть вы должны контролировать ход своих мыслей. Если вы управляете ходом своих мыслей, вы считаете, что вы управляете реальностью. Быть счастливым, способным творить чудеса, совершать невероятные поступки, создавать и творить, чтобы все удивлялись тому, как вы живете. Но теперь вы знаете, что все, что требуется, это просто перестать бояться своих мыслей и желаний. Знать, что все, что вы поставили как задачу перед собой, свершимо. Так идите и удивляйте себя и других, зная, что теперь ваша жизнь не случайность, не реакция, а ваше желание.